В ближайшие выходные Омск станет кошачьей столицей мира. С 15 по 16 апреля в Конгресс-холле пройдет всемирная выставка кошек World Cat Show 2017. В город привезут 250 кошек самых разных, в том числе и редких пород. Организаторы утверждают, что в Омске не осталось ни одного свободного номера в гостиницах, где размещаются участники и их питомцы. Обо всем этом организаторы выставки рассказали на пресс-конференции в Международном пресс-центре МКР «Медиа». Гости выставки смогут увидеть представителей как давно полюбившихся пород, вроде плюшевых британцев и громадных по кошачьим меркам мейкунов, так и по-настоящему редких, например, миниатюрных леопардов, бенгалов и ацикетов. Кроме того, к участию выставки пригласили и домашних, и беспородных котов, а также постояльцев омских приютов. Цена билета для взрослых 200 рублей, для детей 100. Гладить животных можно по разрешению хозяина, а вот в глаза котам заглядывать не рекомендуется. Что делает любой человек, придя на выставку и заглянув в клетку? Он кошке в глаза смотрит. А для кошки прямой взгляд – угроза. В ответ кошки что обычно делают, если это ее хозяин? Они на секунду закрывают глаза. Это называется «я тебе доверяю», «тебе доверяю». Или если совсем чуть подольше «я тебя люблю». Вот если каждый, кто придет на выставку, на секунду, глядя в глаза кошки, прикроет свои глаза, им будет гораздо комфортнее и удобнее.